Возьми. А теперь ты помоги мне. Мне нужно найти закоулок, который тут зовут Гнилой Рощей. Это очень важно. Ничего я не знаю ни про какую рощу. А про гнилую и подавно. Я не садовник. Это очень важно. Оставьте меня. Ничего я не знаю. Поддержи бедняка. Поддержи бедняка. Ну и ну, вот так чучело. Добрый день. Люди! Меня ограбили! Прошу ко мне не приставать. Ну же, уважаемый. Новиград — это образ мысли. Сечешь? Один раз так добрался. Что из ушей? Вечный огонь нас хранит, а на чудовище монстров понос нас... Найдется милостынька для убогого. Хромой? Да где там? Обеими ногами владею, а руки, что твоя мельница, о, как махаю, о, гляди, о! Я, видишь, умственно помешанный. И давно это помешательство? А с рождения... Вот здесь у меня помешательство, вот! Сейчас рукой вам покажу. Видал, как рукой я показываю? Мне нужно добраться до места, которое называют Гнилой Рощей. Знаю, знаю, не скажу. Знаю, знаю, не скажу. Почему? Потому как нельзя мне говорить. Но я бы тебе сказал, если бы ты такой настырный не был. Если хочешь, приходи в другой раз. Тогда и скажу, может. У тебя действительно с головой не в порядке. А я что говорил? А денежка какая-нибудь найдется? О, опять ты. Поговорим, как в тот раз. Правда, у меня в голове помутилось, но во всем остальном я здоровехонек. Как я уже сказал, я ищу Гнилую Рощу. И снова я тебе помогу. Роща там вон. Там это где? В квартале у шлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка платила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка платила под свинков, а? Благодарю за помощь. Как же это тебя стража в город-то пустила? Отвали!
для чего, прости. Мое почтение старшему охотнику за колдуньей. Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Да я просто город осматриваю. Интересно, что тут за воротами? Моему Шурину тоже было интересно. Так он уж 5-й год, как в земле гниет. Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, 2 меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Входишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила подсвинков. О, добро пожаловать в нашу рощу, брат. Что тебя бесплодно? Галера. Я один глаз не вижу, господин. Веди себя прилично, приблуд. Азра. Это навекра, а не твоя добрая пища. Как тебя отблагодарить? Убедись, брат, из городского совета, что чары нужны не из прихоти, а не... Будем сильными! Вот холера! Вместе! Смотри, что я на... Как наше предприятие? Хорошо. В наши тайные лечебницы. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит 2 меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного? Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовик со своими охотниками за колдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что вечный огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия.
Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком и должна была начинать все сначала. Все вышло не так, как я мечтала. Идем, посмотришь, как выглядит моя жизнь. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Отличная прическа. Мяу. Мр. Эй, красавчик. Просмотр денег стоит. Да. Да. Глазище у тебя змеиное, а язык. Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Ну, некоторые дела требуют жертв. А люди? И люди тоже. Так может, ты достанешь мне этот мешок? Твоя взяла. Стойте! Слышите? Это за нами пришли. Я раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но... Выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник.
Да. Да. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Сквозняк. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Град когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от волочей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня до пульни. Новиград стоит на деньгах, а для ведения войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому магов уничтожают и конфискуют их имущество. Потом возьмутся и за нелюдей. Эльфы живут с... Где-то здесь и должен быть сверток, если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования и что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Thank you.
Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет тебя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Тебя это смущает? Ради вечного огня нет. Я просто удивился. Вдвоем вы справитесь в два раза быстрее. С виду вы настоящие мастера. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания — серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна в Новиграде. Ты купец, значит, основную заповедь торговли знаешь? Конечно. Хорошая работа, хорошая оплата. Половина сейчас, половина после. О, ты много хочешь. Я ведьмак, поэтому знаю, что заказчики говорят до работы, а что потом. Ладно, ладно. Вот вам задаток. 150 крон. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. А! Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели, выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. Похоже, нужное место. Не нравится мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно вытравить крыс. Трис, он купец. Он живет тем, что торгуется. Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голоду. Знаменитый охотник на чудовищ в самом большом городе мира ищет крысиные катышки. Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил.
Для них было слишком темно. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Темерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... смирившейся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Я пока не знаю. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Делаем вид, что твоих друзей тут не было. Давай вторую половину денег и разойдемся с миром. Не тебе мне ставить условия, мутант. Не лезь в это дело. Мы пришли за ведьмой. А придется иметь дело с нами обоими. Геральт! Воля твоя! Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына! Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Иди, иди сюда. Обходи со стороны. Меня обманули, как дитя мало. Если бы не ты, надо найти Брандона. Нет, не убивайте, сударь. Они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. Не уподобляйтесь этим кровопийцам. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот, вот вам ваши деньги. А теперь пшел отсюда. Спасибо, Геральт. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю. Кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена.
Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер, из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говаривал: все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно.
Уйди отсюда! Не делай этого! Оставь! Проснись, это только сон. Проснись. Кукла. Чердак. Так, пора заглянуть на чердак. Перестань! Отойди отсюда! Не делай этого! Оставь! Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста! Иди отсюда! Не делай этого! Оставь! Положи это! Умоляю! Это кровь! Не проливай ее! Пожалуйста! Стеллаж загораживает проход в соседнюю комнату.
втором этаже была колыбелька. Интересно, что случится, если положить туда куклу. Очередной шедевр. Печь и черная топка. Обожаю такие загадки. Печь я видел в подвале. Может, там будет еще подсказка? Так больше, маленькая Сара, а то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред. А зачем мне вредить? Что, уже и поиграть нельзя? А во что ты играешь? Эта тетка заснула, и я наслала ей страшные сны и не дала проснуться. Я так умею. Смешно, правда? Очень смешно. Только мне надо поговорить со сновидящей. Ты не могла бы дать ей проснуться? Маленькая Сара не хочет ее будить. Маленькая Сара хочет играть. Тебе повезло. Я-то знаю, что ты не опасный прибожек. А вот другие могут и не знать. И тогда... Откуда ты знаешь, что я прибожек? Откуда? Откуда? Ну откуда? Ты выглядишь как прибожек. Ведешь себя как прибожек. Да и просто ты прибожек. Из-за тебя усновидящие кошмары, от которых она не может проснуться. Зачем ты ее мучаешь? Вовсе я ее не мучаю. Страшные сны — это здорово. Мне вот больше всего нравится, когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными... А зачем ты поселилась в проклятом доме? Я скажу тебе секрет. Этот дом вовсе не проклят. Я только играю, чтобы все так думали. Он стоял пустой, вот я в нем и поселилась. А потом пришел этот важнюга из банка и его купил. Не люблю жить с банкирами. Вот я и решила его припугнуть. Так, маленечко. Банкир очень боится. Он заплатил за этот дом много денег. И так просто его не оставит. Поэтому тебе придется поискать новое место. Не хочу, не хочу, не хочу! Новиград — это не место для прибожков. Но если хочешь здесь жить, дело твое. Давай договоримся. А как это? Оставь в покое сновидящую, а я скажу хозяину, что дом проклят, и заклятие с него снять не получится. Ты ему так скажешь? А если он не поверит? Я ведьмак, он мне поверит. Да, да, да! Сделай так. А я обещаю, что не буду мучить твою подружку. Ни-ни. Ты очень красивый, знаешь? Спасибо. А теперь иди будить Соню. Я не буду ей мешать. Она проснется. Но твои желтые глаза меня чуточку пугают. Смотри, а у меня красивые глаза. Привет. Но твои желтые глаза меня чуточку пугают. Смотри, а у меня красивые глаза.
Меня прислала к тебе Трис Маригольд. Мамочки, у меня были такие кошмары. Мне надо было проснить историю этого дома, а вместо этого снилась мебель, которая хотела меня сожрать. Звучит по-идиотски, но во сне все было совершенно реально. И совсем не смешно. Это проделки прибожка. Он устроил так, что люди сочли дом проклятым, а потом заразил твои сны своими глупыми шутками. Мне повезло, что ты смог меня разбудить. У ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек. Спасибо тебе большое. Эти кошмары. Я могу тебя чем-то отблагодарить? Откровенно говоря, да. Я ищу одну девушку, которую видели в Новиграде. Попробую тебе помочь. Только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов. Ищи меня в корчме «Золотой осётр». Я там комнату снимаю. Отлично. Договорились. Истина такова. Я видел, что госпожа Тилли вышла, но она ничего не сказала. Дело решено или совсем наоборот? И да, и нет. Карину из лап демона я освободил, но дом все еще проклят. Карина увидела его прошлое? Да. И оно настолько зловеще, что она не хотела об этом говорить. Здесь нельзя жить. Столько денег впустую. Ну, что же делать? Мы люди не бедные. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно.